Сериал «Бессонов» — это не просто детективная история. Красивые костюмы и живописные локации — это прежде всего история мужчин, которые в то время были другими. И речь не об осанке и манере речи, а о чести и достоинстве, ведь большинство мужчин знали цену каждого произнесенного им словом. История проекта «Бессонов» очень необычна и интересна. Созданный несколько лет назад, сериал сначала был показан иностранному зрителю. А долгожданная российская премьера случилась лишь в начале 2023-го. Главные роли в картине исполнили Денис Нурулин, Алексей Гришин, Ангелина Стречина, Галина Кашковская, Иван Агапов и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона из сериала «Бессонов» может быть назначена на вторую половину 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.